Вот приехала моя лодка, от Таймтриала. Заказывала Вегу 1 с усиленным дном, с юбкой и с декой. Так. Паспорт изделия. От Хатанги не было никаких бумаг. Благодарственное письмо. И кэшбэк. Так, и накладные. Да, накладные. Рюкзачок. Мешочками. Так. Фалтук на клипсах и на липучках. Интересно. Очень хорошо. Интересно. Птички пляшут. Это для фалтука. Сидушки на липучках. Надувные. Надувные, это круче, чем на Хатанге. Ничего не скажешь. Опять красненькая. Прям везет мне на красненький цвет. Но, в принципе, это все обговаривалось при заказе. Прям комплект. Даже, по-моему, с переходником на насос. В комплекте насос не идет. Вот еще такая хорошая штучка. Распаковывать не буду, но для ремкомплекта материала здесь много, в отличие от той же Хатанги, где буквально вот небольшие вот кусочки вот такие, здесь кусочки большие. Машите ручкой? Машем ручкой. Это у мамы новая лодочка. Красотуля. Это чтобы ее стягивать.
лепится вот таким интересным способом. Где она у нас? На липучках. Мамой кататься. Я буду с мамой кататься. В лодочке. В лодочке новой. Классной, моей любимой. Скажи, лодка Вега. Лодка Вега.